Meidän tehtävämme on turvata suomalaisten turvallisuus ja rajan turvallisuus. Myöskin hallituksen tehtävänä on antaa viranomaisille kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavat työvälineet ja tuki niiden käyttämiseen. Siksi valtioneuvosto on tänään päättänyt sulkea lisää raja-asemia. Еще раз подтверждаю, никакие предварительные консультации с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводились с финской стороны. Мы были просто поставлены перед фактом. Мы довели все эти факты до финского посла. Мы заявили протест в этой связи. Наверное, это еще одна попытка Хельсинки переложить ответственность за сложившуюся ситуацию. Зачем нужно это все Финляндии, вообще непонятно. Я понимаю, зачем это нужно киевскому режиму. Он уже организовал в ряде европейских городов, это и Берлин, и Амстердам, и Таллин, подобные вещи. Теперь, видимо, по графику время пришло или очередь наступила в Финляндии. Зачем? Для чего они это делают? Вот финнам это для чего нужно? Возможно, власти Финляндии настолько поражены русофобией, что готовы не только предоставлять неонацистскому режиму в Киеве масштабную финансово-экономическую и военную помощь, но и слепо идти просто на поводу у тех, кто просто ослеплен неонацизмом.